Войти или мы с тобой в команде гомофобов, слышишь, все, войти или... Раз, два, и всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Кови, и со мной сегодня... Не будем молчать, о нас и так все слышали. Не будем скромничать, честность и надежность — наши козыри. Мы реально подняли открытие кейсов на новый уровень. Инвентарь ботов более чем на 1 миллион рублей. Тысячи довольных отзывов, десятки тысяч открытий каждый день. И это только начало. Дальше больше. Just Case. А ты уже окупился? Для любителей CSGO ссылка с бонусом в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами... Халдор! Андрюшка Вайтили и Данька Quantum Games. В общем, мы с тобой прячемся и погнали. Так, сейчас... Так, подожди, вы не знаете ключевых нюансов. Мы в команде гомофобов, а Халдор и Кови в команде педиков. Все, выходим. Куда они делись? Они проклятые педерасты. Не хэт реклама на полкарты вообще, чудо. О, привет. Наверху на балконе, да, маленький, да. Халдор. Мониторь, мониторь. Халдор наверху, вот он, на балконе. Иди на сейчас балкон. Сейчас я маленького Халдора сделаю еще меньше, выпущу из него жиры все. Ну куда ты, тварина? Он нет, зашел. Нет. Он убегает от меня. Я внимательно. Да, нет, Саня. О, Вайтили убил Халдора. Молодец, Вайтили. Мне кажется, как-то это бассейн. Мне кажется, он, короче, возле бассейна. Он, по-моему, в песочнице где-то сидит, вот, по-любому. Вайтили, заходи сюда, по-любому. Вайтили, здесь было тактическое молчание. Вайтили, это было тактическое молчание, значит, они где-то здесь. Они говорят, что ловушка сработала, но это ни хрена не так. Иди сюда, блядь! У меня 35 хп, сучамба! Вайтили, разберись. У меня больше хп! Поверь, у меня их больше гораздо! Убивай его! Да убивай его! Давай поиграем! Вот, все, мы выиграли! Команда гомофобов победила! Готовы, Андрюшка, уходить отсюда? Кто-нибудь выйдите на улицу быстрее! Помощь вообще нужна! Давай, Денис, здесь посидим. Андрей! Да уходите мне кто-нибудь! Или я сейчас Кови вас спалю. Меня этого не догонит, а ваши точки я спалю. Давай, пали. Кови, сейчас за мной пойдешь. Иди сюда! Иди сюда! Я сейчас нажму... Иду, сука. Охренеть, ты понимаешь? Он его насильно вытащил. Это угрозы просто были. Он угрожал ему так нечестно. Сядь. Чё? Халдора, я говорил, но бьет его первым. Я сванговал. Это все за тебя, сука, Андрей. Такой долгий, такой долгий. Сейчас за тебя, сейчас тебя. Мастер стелса. Маскировка включена. Маскировка активирована. Чуть-чуть маскировка. Этот человек играет первый раз маньяка, он выпилил двоих просто на первой минуте раунда. А? Просто двоих выпилил за первую минуту раунда. Вообще он, такое, да, бывает это, или нет? Это все из-за Сани, Саня урод. Охренеть. Ребят, только никаких подсказок, сейчас будет очень такая нервная игра. Да как, а что подсказывает, если он уже был рядом с тобой? Кови, ты где есть? Я везде на самом деле. Ты везде на самом деле? Ты молодечек на самом деле, что ты везде. Данил, не слишком опасно? А вот я тоже думаю. Первый этаж дома. Первый этаж? Да. Иди, куда ты пулы? Вот, а теперь осмотри все стены. Там я тебе оставил то, чего ты еще не видел в интерьере этого дома. Что ты, мой маньячочек родной? Нашел что-то? Смотри. Видишь мою граффити? Так. Это царская коронка. Я вижу, что... Есть, смотри. Спалился. Так, вот. В смысле? Ну это не пан, это просто девушки. Я хотел пану посмотреть в камеру. Плохомуха, твою мать! Данил, ты чё? Данил, ты чё? Давай, я тебе даю шанс, давай, убегай. Шанс? Ай. Ты зря, наверное, это сделал. Ты зря это сделал. Подожди, нет. Нет шансов. Подожди, я догоню. Догоняй. Блин, а куда он ушел? Домой. Я домой. Мамка домой кушать позвала. Да. Как ты не увидел, Кови? Как ты не увидел? Я не понял. Где он? Пацаны, он что, на дереве залез, да? Жесть.
Пончо, ты маньяк, эй, ты в будке. Ты выходи оттуда, мы скрываемся. Ребят, как вы думаете, мы выживем сегодня или нет? А, он нас... где звук моего граффити? Вы попутали, что ли? Что за дела такие? Это ненормально. Абсолютно. Я спрятался, и у меня просто великолепное место. Наш гомофоб выходит на охоту. Сань, иди к Дэдпулу. Иди к Дэдпулу, он ждет тебя. Иди к туда. Дэдпулу? Да. Думаешь, это со мной сработает? Ну, ладно, и в диване посмотри, может, я в диване сижу? Сань, давай сделаем то, что чуть не было. Выйдешь оттуда, я тебя убью. Посмотри в диване, может быть, я там. Выйди и послушай. Я в домике. Блин, пипец, я испугался только что. Это жесть какая-то была. Хрен ли ты за комодом лазил у тапок? Прыгает у меня, прыгает. Я в домике. Где этот твой гайд? Он сейчас сорвется, в Дакове. Ну, я возле Дэдпула, еще дальше, Данил, ты меня видишь? Я тебя вижу, как ты любишь делать. Сань, иди туда, я тебя вижу, Сань. Что я делаю сейчас? Ты идешь к Дэдпулу, подошел, возле комода стоишь. Ага, я уже три часа тут прыгаю, блядь. Дэдпула, обманщик гребаный. Блин, ну ладно. Обманывать нехорошо. Да, я не выхожу уже, я в домике, алло. Да, он не к тебе прицепился, на диван он залез, сидит он, спустился. Сань, подойди к газетке, сядь на газетку, подотрись. Кови, не прыгай, твою руку видно, Кови. Так он знает, где я нахожусь. Пришел, вышел, убежал куда-то. Вот опять его вижу, руку, опять спрятался, куда-то убежал. Он, привет, в дверь он зашел, и что ты зашел? Что ты на шифте ходишь, мудила? Я чуть не вышел только что, на второй этаж поднялся. Че ты на втором этаже делаешь? Я не вышел! Выходил! Где он? Говори, где это, падла? Он убежал куда-то, минус Кови. Правильно. Вышел, он пришел, опять на второй этаж побежал. Я на тортике не ведусь больше, извини, Саш. Вжаль. Вот мне и вжалили. Саня, иди на первый этаж, газетам подойдите, кое-что оставлю, сюрприз для тебя. Иди, спускайся, подойди к газетам. Паша, дошел к газетам, смотри на стену возле газет. На диванчик смотри, ты видишь газеты? Иди к газетам. Иди к журнальному столику. Где газета? Вот, ты в глаза долбишь, смотри на стену, мудила. Ну. Че ты затих, а, мудила? Ты понимаешь, это логично? Логично. Офигеть, а как туда попасть? Логичный парень. Минута 28, ну и что ты? Данил, я тебя спас, братан. Спасибо. У, бля, лазит он там. У, бля, чё ты лазишь? Ты... Данил, ну ты конец. Вафелька. Данил, ну ты вафелька просто. Я шатал. Ты вафелька, Данил. Я шатал. А он не знает, как туда пробраться, что ли? Я не знаю, что он знает. А кто такой глупый? Кто это такой что? Глупый? А никто не глупый. Он что, сзади меня бежит? Он прыгает, да? Я слышу, он прыгает. Да, это же Саня, он скачет. Мудила. Он все еще думает, что... Глупо, думаешь, секунд, слышишь, давай, что я в аэроподах сижу? Блять, он за мной прям бегает. Прицепился, сучка, не на шутку. Как спид. Давай, 10 секунд. Сучка! Иди сюда! Сосать сосатку, понял? 7 секунд, отвали от меня! Ты куда делся? Он колдун! Ты чё, Саня, дурак? Ох, бля, я тебя слышал! Победа! Победа! Нет! Саня, так, смотри, а почему подсказки-то больше не светятся? What the fuck? Ты спрятался в IT-ли? Я спрятался прямо. Да ты молодец, я вижу. Так, смотрите. 30 секунд, и мы выходим. 30 секунд ремейнинг. Главное сделать так, чтобы они нас не нашли. Но я думаю, мы выживем в IT-ли. Этот раунд закончится победой, успехом. Ты чё залез на меня, сука? Будь подо мной, понял? Будь подо мной, бери от жизни все там, все дела. 10 секунд! Да, хорошее место, Данил. Я оставил вам нет, у меня плохое место на самом деле, потому что они шарят, чё к чему. У меня тоже такое.
Ватиль, там нормально заныкался, мы должны с тобой выжить. Смотри, что есть. Это как минимум должны выжить. Реклама тут на стёклах. Ты на улице или не на улице, Данил? Сань, ты видел вообще размеры карты? Просто 2 на 2 и все, я обчёс. Я в доме, так уж и быть, дам тебе подсказку. В доме, да. В доме, значит, да? В доме. Вообще здесь один человек должен искать, а не двое. Андрюшенька гуляет на улице. А, хорошо. Я Андрюшеньку гулять отпустил. Дышит свежим воздухом. Они топают где-то, они топают где-то. Ой, а че это я на граффити нашел? Так, ну я так понимаю, Хелдор приперся в хату, бэнк-бэнк-бэнк-бэнк, Хелдор в здании, короче. Заперся на мою хату, и что-то он хочет в моей хате. Я видел, сука, твой нож. Сука. Опачки. Пошел нахер, ясно тебе, и не интересует. Пойду Кови, Вайтили, пойдем. Вайтили, быстрее Кови завалим, Вайтили, ты где? Ты гонишь, у него 10 тысяч хп. Войти ли сегодня день ломать про вообще стереотипы? Опа, да, а кто это у нас тут такой? У него так. 10 тысяч хп. Так. Забей, его надо убить, подожди. Давай завалим его. Я, у него же реально десятка. Я лучше расслаблюсь под шезлонгом. Так, не понял. Он был там, ты чё? Где? Он в доме был. Пусть Кови ищет один. Потому что Хелдор включал подсказки, и он явно видел тунычку. Поэтому Кови... Я не видел тунычку. Блять. Кови, я сделаю все, чтобы ты меня нашел сегодня. Я вижу, Кови, я тебя видел, ты пробежал возле барной стойки. Вернись обратно. Так, подожди. Давай, сейчас мы тебя сделаем настоящим бойцом CSGO. Маньячком. Вернись так. К стойке барной. Да ёпки мять. Я должен найти этого чувака. Подожди. Я на улице как бы. Вот он. Видел. Назад. Вот, назад, нет, не здесь. Назад, посмотри, да забери, Саня, поверь, замолчи! Назад, посмотри. Сань, ты вот можешь замолчать, свой рот? Вот он бежал. Режь его, режь. Режь эту парню. Так я не могу... Тихо, Саня, замолчи свой рот, пончо. А, жестко, подожди, так, сейчас. Ой, бляха-муха, спалился! Красавок!